Здравствуйте. Вот родильный приют. Это больница, улица Щепкина, корпус 6. Больница Моники. В 1938 году, 25 января. И здесь родился Владимир Высоцкий. Там проспект Мира, справа Олимпийский. Так, центр. Храм на территории больницы. Храм Иконы Божьей Матери всех скорбящих в 17 веке. 1699 года. Там гостиница «Радисон». Я когда-то здесь ходил, снимал. Храм с 1997 года возобновил. Владимирск. Тут что-то строится. Далекий вид на Красную Пресню. Олимпийский проспект. Там Екатерининский парк. Это мы с Моники. С женой приехал на консультацию. Это, наверное, Смоленск. На Смоленской площади. Советской армии театр. Это идем по проспекту Мира. Олимпик Плаза. Это офисный центр. А здесь вот станция метро. Радиальная, проспект Мира. Идет белое здание. Шестиэтажные, семи. А там вот как нам туда ехать, ко мне. Тут старые такие домики стоят. Всем спасибо.